84 участка. Именно такое количество мест выбрано для проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Щелково. Они пройдут во всех населенных пунктах округа. В проекте генерального плана разработаны направления развития нашего муниципалитета с учетом его природных особенностей, исторического и пространственного развития. Обсуждение самого главного документа городского округа стало одной из основных тем на оперативном совещании в администрации муниципалитета. Определены основные направления социально-экономического развития, а также развития инженерно-транспортной инфраструктуры, производственного комплекса и системы коммунального обслуживания. Установлены зоны различного функционального назначения, параметры их планируемого использования. Следующим с докладом выступил генеральный директор межрайонного Щелковского водоканала Александр Циварев. Он рассказал о работах, проведенных предприятием за 9 месяцев текущего года. Проведена ежегодная промывка 38 километров водопроводных сетей и 18 резервуаров чистой воды. Отремонтированы ветхие аварийные участки сетей. На них заменено 165 метров водопроводных и 283 метра канализационных трубопроводов. В рамках реализации госпрограммы Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности проведен капитальный ремонт водозаборного узла в поселке Загорянский на улице Розы Люксембург. Там полностью заменено насосное оборудование, установлены фильтры обезжелезивания и внедрена система автоматизации экологических процессов. Также на повестку дня был вынесен вопрос о результатах благоустройства в рабочем поселке Монино. В 2019 году проведен ремонт 4 автомобильных дорог с привлечением субсидий Московской области по следующим адресам: поселок Лесные Поляны, улица Заводская, Сосновая, Березовая, улица Нагорная, общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Помимо дорог, в Монино благоустроены дворовые территории и пешеходные переходы. Появились новые светофоры, остановки, дорожная разметка и знаки. Проведен ямочный ремонт и спил аварийных сухостойных деревьев. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.